Ребята, исторический момент. Семен решил прийти домой. Сема! Семен! Семочка! Ну что ты как не родной? Господи! Семен! Ты прям одичал совсем! Семочка! Когда же эта весна закончится, а? Семен! Сема! Нос подратый весь, а? Ну что ты? Боже мой! Сема, ты же был домашненьким котеньком. Что с тобой сделала весна? Ладно, Фиса, примерная мамочка. Вот так, ребята, на котов действует весна. Маул уже нагулялся. Проверил, что дома все нормально. И пошел дальше по своим делам.